Как тебе, Журавлев? Вот у нас ни война, ни фронт. Стреляют отовсюду. Мне не привыкать, я в разведке служу. Премьера. Слышь, разведка, здесь еще и я, ясно? Майору с пониманием надо. Тяжелый характер. Ему урки дали кликуху. Сатана. Маленький город. Раз пять пытались его убить. Большие проблемы. Клещ. Полгода за ним гоняюсь. Толку ноль. Хитер, как дважды разведен. Тут один выход. Какой? Ну шо, вечер в хату. Место встречи. Ты понимаешь, какой это риск? Которое необходимо изменить. Ты знаешь, как они себя поведут после побега? Я под мусорами ходить не буду. Поймаем клеща, всем амнистия. Клещ чутко спит, а вы его разбудили. Счастливо оставаться. Буду стрелять без предупреждения. Вы убили милиционера. Константин Хабенский. Как так получается? Хороший человек вдруг становится бандитом. Агния Дитковскитая. Уезжать тебе отсюда надо. Андрей Бурковский. Я не очень хороший человек. А себя не убежишь. Я знаю, что ты меня ищешь. Я знаю, что тебе это поручил сатана. Но сатана тебя предал. Убей его. И останешься жив. Детективная ретро-драма «За час до рассвета». Сегодня в 21.00 на канале Дом Кино Премиум.